13 девушек разных возрастов, профессий, со своими интересами и увлечениями. Но всех объединяет одно – желание сделать мир вокруг себя лучше. И девушкам это уже удается. За 2 месяца проект действительно исполнил мечты и дал почувствовать себя настоящей королевой, рассказывают участницы. Я участвую для того, чтобы показать на своем примере, что если человек верит в себя, идет за своим призванием, то тогда он действительно может достичь очень больших высот. И мир его заметит и будет радоваться ему. Перезагрузку девушки начали совместно с благотворительным фондом «Жизнь без границ». Вместе с его подопечными детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, конкурсантки написали тематические картины. На балу дебютанток работы были выставлены на аукцион, где каждый приглашенный смог их приобрести. Все деньги, которые будут выручены с продажи этих картин, мы хотим потратить на развитие программы «Наставники без границ», для того, чтобы у каждого ребенка с трудной жизненной ситуацией, у каждого ребенка, который в этом нуждается, обязательно появился значимый взрослый наставник и был его настоящим другом. На вечере прошел не только аукцион, но и презентация социальных проектов, которые подготовила каждая участница фестиваля. Это создание специального клуба для мам, оказание помощи пожилым людям, создание приютов для животных. Темы разные, но главное, что они все направлены на привлечение внимания общества к существующим проблемам и поиску путей их решения. А титул «Миссис Нижний Новгород» поможет победительнице в реализации своей инициативы. Финал конкурса состоится 8 июля в день Петра и Февронии. Заключительный день порадует гостей множеством интересных сюрпризов, обещают организаторы. 2019 год – год России, год театра, поэтому мы остались верны данной тематике. У нас будет постановка «Королев театра». Девушки в абсолютно разных образах театральных известных героинь будут на сцене, покажут не только секреты материнства, но и секреты искусства, танцевальной хореографии, ну, вообще всего творчества. В Нижнем Новгороде конкурс проводится уже в 4-й раз. Фестиваль красоты и материнства.